305 квартир запланировано в этом году приобрести для жителей Белгородской области, которые остались без родительской защиты и семейного тепла. 459 миллионов выделено из областного бюджета на жилье детям-сиротам. Пока им приходится стоять в очереди. Когда ее ликвидируют? На одном из оперативных заседаний правительства области главный финансист региона Владимир Боровик поделился планами на этот счет. С учетом минимальной поддержки из федерального бюджета, она составляет, к сожалению, всего лишь менее процента ежегодно, несмотря на наши все, не только наши других регионов, пожелания, это пока размер не увеличивается, предусматриваются значительные областные ресурсы для его исполнения. В 2021-2020 годах на строительство и приобретение жилья планируется направить почти 1,5 миллиарда рублей, что позволит обеспечить жильем 921 человек из числа 18 категории и в 2023 году практически полностью обеспечить жильем всех нуждающихся. За покупку жилья детям-сиротам отвечают муниципалитеты. Это могут быть как новостройки, так и вторичное жилье. Освоение денег в этом году идет с опозданием, подводят застройщики. По состоянию на 1 октября было куплено только 128 квартир или домов для сирот. Это примерно 42% от необходимого. В отстающих Прохоровский, Валуйский, Борисовский, Белгородский, Шебекинский, Ракитянский районы и городские округа. Впрочем, каждый из муниципалитетов обещает освоить до конца года все выделенные средства и вручить ключи новоселам в качестве самого желанного новогоднего подарка. Тем более, что есть и существенный стимул. На одном из октябрьских заседаний правительства было решено за неисполнение задачи применять к муниципалитетам штрафные санкции.